Ом Намах Шивая. Приветствую всех. 3, 4, 5 мая здесь у нас, в центре, будет проходить уникальный курс Анукулья. Курс, посвященный отношениям и особенно совместимости и несовместимости людей. Дело в том, что недаром говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Люди оказывают друг на друга очень сильное кармическое влияние. Можно сделать простой эксперимент. Посмотреть, как изменилась ваша жизнь после начала каких-то отношений. Как эти отношения повлияли на все аспекты вашей жизни. В этом и проявляется смысл Анукулии. Дело в том, что если вы вступаете в отношения с человеком, чья карма позитивно влияет на вас, благодаря эффекту резонанса, позитивные санскары, позитивная энергия этого человека будет генерировать такую же энергию, активизировать соответствующие санскары в вашем сознании, что будет приводить к улучшению ситуации, к улучшению событий и их результатов. Другими словами, Анукулья оказывает колоссальное влияние на нашу жизнь. И, как я уже сказал, на все ее аспекты, далеко выходящие за рамки только лишь отношений. Поэтому такое огромное внимание в Джотишведе уделяется совместимости людей. Вот этим мы с вами и займемся. Здесь есть еще один очень важный момент. Как я все время говорю, что в Кали-югу 75% кармы людей – это карма негативная. А 75% всей негативной кармы концентрируется именно в отношениях. Поэтому отношения – это полигон, где реализуется самая негативная карма. Проблемы в отношениях – это плохо, но, к сожалению, это нормально в Кали-югу. Поэтому, если вы хотите стать профессионалом или серьезно изучать Джотишведу, эта тема будет обязательно у вас на повестке дня. О том, как нужно правильно осуществлять Анукулью, как правильно делать анализ совместимости людей, вот об этом мы и поговорим на нашем курсе в мае. Ом Шанти. Пока.